wake up. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment. августа. Остаются последние дни лета. Рассказывайте, как у вас дела, как вы их проводите. Потому что я вот, например, уже успела поймать грустинку, потому что мне кажется, что август превратился в сентябрь. С 1 августа была какая-то ужасная погода. Сегодня я снимаю свою самую любимую рубрику, потому что я люблю еду и люблю ее снимать. Надеюсь, вам тоже будет интересно. Я, кстати, ем запеканку, которую мы вчера приготовили. Так вот что-то делать нельзя, надо сначала покушать. Я еще не знаю, что буду кушать, но сначала приготовлю кофе. City girl living in your prime, as you should, baby, you with the dime. Stealing car doesn't waste no time. Got your head on right, yeah, you're living life. Let your story ride. I'm all for dreaming, chasing. I'm all for being patient, but we're running out of time. I'm trying to spend the night, never good at goodbye. I never met a baddie cool as you, girl. And you got a fatty car, the Uber. But a yellow cab might just have to do that, cause I'm only here till the afternoon. So baby, take me to Brooklyn. Wanna see how you live. This whole night I've been looking for a way to bring it to your crib. Thinking to myself, are you the one? Because damn, you did. Trying to have a good time for one night in New York City. Just you, me, and the beat. In the city that never sleeps. Ain't gotta worry about a thing. Walking down. Так, даже несмотря на то, что это видео про еду, думаю, мы с вами достаточно близки, чтобы вы меня простили за перестановку и за уборку в комнате, потому что мне надоело так жить. Я бы назвала несколько причин. Мне не хватает места свободного для занятия спортом. Да и плюс просто мне надоело, потому что душа у меня такая, я люблю изменения каждый месяц. Конечно же, этому способствовал мой любимый Pinterest. Да и плюс ко всему, мне кажется, у меня сейчас комната как-то немножко захламилась. Потому что я тут особо не убираюсь, я особо не мусорю. Но при этом просто складирую где-то вещи. Ну, короче, блин, просто мне надоело, да? Буду оправдываться, просто надоело. Поэтому я хочу подвинуть кровать. Не знаю точно куда, но у меня два варианта. Давайте лучше покажу. Вот, она сейчас так стоит. Либо к вот этой стене, там вот так вот, возле зеркала. Либо к вот этой стене. Но тут телевизор как бы на стене висит. Ну, в принципе, ничего страшного, потому что я очень редко смотрю телевизор на кровати. Обычно мы с Никой его смотрим вместе и сидим на пуфиках. Поэтому это не проблема. Главное, чтобы мне нравилось. То самое, что немаловажное. Стол хочу переставить к окну, чтобы было больше света на нем, потому что сейчас он стоит в углу. Единственное, почему мне очень не хочется его сюда передвигать. Потому что, видите, здесь как будто такая прям своеобразная рабочая зона над ним сформировалась. И как-то немножко жалко. Но ничего страшного. Подвину, посмотрю как. Короче, я еще сама не знаю, чего хочу. Я просто буду двигать, смотреть, как мне больше нравится. Решу потом по делу. Комод тоже думаю куда-нибудь подвинуть, но тоже пока не знаю куда. Тоже, видите, весь вот этот мусор, который скопился вот здесь. Ну, это как бы не мусор, но не хочется, чтобы он тут был. Вот это, если что, я не курю, это я палочки поджигаю. Плюс надо вытереть пыль везде на подоконниках. И вытереть вот эту пыль, гля в нее. Это я, кстати, отправляла бабушке рисунки, она попросила. Гости к нам приезжала, смотрела рисунки и попросила, чтобы ей отправили их. Смотрите, еще заказала линзу для телефона. Еще очень давно, месяц, наверное, назад. И все бы ничего, посмотрите. Она пришла какая-то мутная. Короче, там, оказывается, царапина, то есть она поцарапанная. И коробка, когда пришла коробка, она была помятая, а я не проверяю обычно посылки там на пункте выдачи. Это была моя ошибка, наверное, потому что вот... Ну так, в целом, очень прикольно, да? Она расширяет. Ну, короче, кадр поинтереснее смотрится. Вот так на 0,5. Привет. Так прикольно снимать было бы, конечно.
из-за того, что я подвинула кровать как раз к той стене, где дует кондёр. Всю ночь я спала без кондёра. Это было ужасно. Keep my name.
Я вот все-таки переставила кровать, и мы пришли кушать. Вы ничего не подумайте, я хотела ей подвинуть кресло, а она такая: «Нет, Даш, мне и так норм». Она, если что, сидит на подстилке Жорика. Я буду вот на кровати кушать. Приятного аппетита всем. Всем снова доброе утро. Сейчас час дня, без 15. Проснулась в 12. Боже мой. Потому что я вчера легла в 3 ночи. Потому что мы вчера домой поздно вернулись. Короче, много потому что. И вообще я решила со вчерашнего дня выпить кофе где-то неделю, чтобы посмотреть, какой будет эффект. Потому что вчера мне ночью попался в ТикТоке мальчик, который сказал, что лучше убрать кофе из вашей жизни, чтобы не чувствовать лишний стресс. Ну, как бы... Так, короче, перестать быть вечно нервным, а так как нервы и тревожность — это что-то про меня, подумала, что, в принципе, я могу отказаться от кофе, наверное, на неделю, буду пить матч. И вчера я не пила кофе, и это был потерянный день в моей жизни, потому что мне было грустно, что кофе не поступил мой в организм, мой... Видите? Было грустно, что кофе не поступил в мой организм. Легла я тоже поздно. Хотя все время, когда я ложусь поздно, я это... сваливаю на то, что я пью кофе каждый день, и в этом проблема. Поэтому... Вчерашнего дня себе приготовила кофе и не кидала туда лед, то есть тут только молоко и кофе, чтобы он был меньше разбавленный, больше кофейный и вкусный холодный. И он с сахаром. Кстати, несмотря на то, что я вчера легла голодная, прям очень голодная из-за того, что мы поздно вернулись, и я поздно легла. Я думала, я сегодня утром встану и сожру весь холодильник. Но я что-то вообще ничего не хочу, меня даже тошнит. Ну, хотя это часто такое бывает, когда не покушаешь, и тебя тошнит из-за того, что ты не покушаешь. Но ты не можешь кушать, потому что тебя тошнит. Вчера папа приготовил вечером плов, огромную кастрюлю, поэтому мое видео обречено на то, что следующие 2 дня я буду есть только плов. Я, честно, хотела приготовить на завтрак что-то другое, но я встала и поняла, что я буду есть плов. Мы вчера с Никой целый день очень плохо вообще ели, потому что обе проснулись поздно и особо не хотели кушать, и вечером папа написал, что он приедет
пораньше с работы и будет готовить плов. Мы решили, что мы не будем и вечером ничего есть. Поедим плов где-то в 8 часов, по-моему, его сели есть. Ни о чем не жалею. Мы сейчас с Валбериса забрали мамину футболку. Мама такая идет счастливая, такая, она у меня так давно в корзине лежала, она такая классная. И такая распаковывает, такая, какое ужасное качество. И такая, фу, жопа жопная. Не, ну она так красивая. Это футболка или платье? Я сейчас померю. Хочешь? Нет. Надо тебе, я знаю. Жопа жопная. У меня слишком много цвета на одной ткани.